Сегодня проводим открытый чемпионат области по смешанным единоборствам. Проводим чемпионат в 2 дня. Вчера сражались дети у нас, сегодня молодежь и взрослые. Собрали около 150 участников с 20 клубов. В результате этих соревнований ребята, занявшие первые места, едут на чемпионат Украины. Много ребят, которые потенциально, я думаю, в этом или в следующем году могут попасть в сборную Украины в разных возрастах. Как раз мы их заметили на нашем чемпионате области. Владислав Затерко выиграл пояс по фрифайту среди профессионалов. Это Кубок Буковеля, престижный пояс. До этого Александр Унга уже 4 года владеет этим поясом, отстаивает его. Вот. И еще ожидается пояс от 57 килограмм, что тоже приедет в Харьков. Хочу сказать большое спасибо моей команде Харьков Топ Тим, которая помогает мне готовиться. Спасибо главному тренеру Антону Бланку, президенту нашего клуба. Также тренеру Расулу, тренер из клуба «Горец», который приезжал к нам на сборы. Он главный тренер сборной Украины, тоже помогал мне готовиться. Спасибо всем, кто за меня болел, кто меня поддерживал. Дальнейшая перспектива у меня – это защитить пояс, защитить не один раз. Если защищаешь больше 3 раз, пояс остается у чемпиона. Ну и дальше, конечно, хотелось бы выступать на международном уровне, тоже выиграть пояс уже в какой-то международной организации.